Похоже, что блинчики готовят. Нет, ракеты обычные, плохие последствия могут произойти. Так, ну что я могу сказать про этого робота? Начинаем смотреть робота Даркера. Давай, какого покажешь? У тебя их там вроде много. У меня 10-й номер. 10-й робот? Да-да-да, у меня их 11 всего. Ты этого, да, покажешь на конкурсе? Да-да-да-да-да. Ну, топор, думаю, нам не пригодится тут, но робот сам-то выглядит очень прикольно. Давай сначала ты им поуправляешь. Мне очень нравится, как я ему кабину сделал, ну, панель управления. Я тоже сейчас хочу на это обратить внимание как раз. Только что хотел сказать, но только я не знаю, где вход. А, он сзади, он в затылке. Там прозрачно немного. А, вон вижу. Ну, нужно просто, да, вот сюда. От первого лица именно, да? О, он не на торчике, я думал, он сейчас на торчике будет. У меня все роботы на этом. Панель управления слева, робот, анализ робота. Робот работает нормально. Спереди, справа навигация. А, кстати, спереди я типа хотел сделать, ну, типа, вот нагрузка там на молот идет и так далее. Я хотел еще один монитор поставить. А, много кнопочек, на которые пикать нельзя, к сожалению. Можешь расфиг... А, стоп, давай ты первый. А то сейчас этот... Ладно, я молот. Плохие последствия могут произойти. Стой, подожди. А молот... Ну, два молота он имеет, короче. Также у него имеется сзади мощный ускоритель. То есть, бывает такое, что во время ПВП, например, ты, ну, улетаешь за карту, и вместо того, чтобы тратить топливо на этом турбине, можно использовать этот ускоритель. Так, ну и давай. Два вспомогательных, так, которые помогают ему передвигаться. Похоже, так, что блинчики готовит, так подбрасывает блинчики. Ой. Так, ну вот он может летать, но это не я что делаю, ты сам. Также он может летать на ракете, ходить, а еще что умеет? Он, кстати, может ходить против воды, например, даже без помощи двигателей. Так, а может где-нибудь остановиться? Я его на себя возьму. А на нем баланс нельзя, к сожалению, поймать. Ну, давай тогда упади где-нибудь. Строил ну, я его примерно 7-8 часов, короче. Я думал, дней. Примерно так. Ну, как по мне, получился довольно массивный такой, типа. Ну да. Хотя я его вообще таким, типа, легким хотел сделать, и таким получился. Я еще планировал ему, типа, лазеры добавить, ну... Там где три треугольника, типа, это его символ. Я хотел ему... А я думал, это, типа, там ракеты, что ли? Не, я думаю, это вообще знаки опасности. Так, я вот сейчас, пока ты тут болтаешь целую минуту, пытаюсь его поставить на ноги. У меня не получается. Что мне делать? Я же говорю, на нем баланс трудно поймать. Молоточки, держите хотел, меня. Я хотел опоры сделать, типа, чтобы он... Ладно, то пусть так будем смотреть. Ну, он умеет ходить, во-первых. Ну, только, ну, ты уже показывал, короче, мне не обязательно это делать. Дальше, у него есть... Ну, тут приятные цвета на него, не я смотрю. Я люблю, типа, такие вот... Вот я тоже такие люблю, я всегда такие ставлю. Ну да, они не очень яркие, но и не очень тусклые, и очень красивые. Дальше еще есть Q тут. Ой-ой-ой, лучше бы я это не нажимал. Так, ну... Q и это вспомогательные ускорители. Да. Помогают ему, если что, передвигаться против воды. Можно полететь? Ой, не то включил. А на Z основной ускоритель. А ракета есть? А то я сейчас без. А, ну типа боевые ракеты у него отсутствуют. Нет, ракеты обычные, на которых летать можно. А, вот эти? Все, я включил, я на всей клавиатуре, короче, все кнопки нажал. Просто, пока я ответ дождался, мы бы уже в бездне были. Ну, понимаешь? А мы долетим вообще. Ну, думаю, долетим. Да-да-да. О. Мягкая посадка. Так, ну, думаю, будем рассетаться. Ну, если хочешь, можешь забрать. Ну, чтобы время не терять просто. Можешь заново загрузить? Ну, хочешь что-нибудь сказать про своего робота? Собственно, я его сначала хотел построить, ну, типа, по игре Contra-Return, вроде так. Там, типа, картинка такая есть. Типа, по картинке начать строить. Но потом понял, типа, что у меня начало тело, так сказать. Я начал когда тело строить, но у меня массивно слишком получилось. Собственно, форма рук вот этих, ну... Такая необычная форма, типа, когда идет соединение, типа, вот так вот, оно, типа, немного криво идет, немного вниз смотрит. Это, если что, я вообще случайно, не знаю, построил. Панель управления я строил, ну, примерно минут 30. Максимум я на нее построил, ну, поста. Потратил. А, фиксацию убрать. Сейчас. Не, не надо, ну ладно. Так, что еще могу сказать? Ну, теперь я давай скажу. Так, ну что я могу сказать про этого робота? Я удивился, что он не на шарнирах, как обычно это делается в таких больших роботах.
А он на кресле пилота. Это плюс. Еще один плюс. У него есть молоты. Ну, я не знаю, чего это плюс, ну ладно. Панель управления смотрится, ну, весьма прикольно. Клавиатура, на которую хочется нажать, но она не работает. Руки и ноги, это тоже хорошо на сервоприводах, ну ладно. Это уже детали не будем. Что он умеет летать, это тоже хорошо. Но то, что у него есть пару режимов полета, именно он может супер летать, медленно летать и вообще не летать. Панель управления мне понравилась. Можешь расфиксировать. Ну, все, мне больше нечего сказать. Робот очень хороший для PvP, если... Ну и все, в принципе. Но мне понравились особенности панели управления. Ну все, я коротко сказал, что он умеет. Все. Кстати, у него тут, кажется, на руках был динамит. У него на молотках динамит. Нет. Еще один плюс, типа, вот как расположен динамит. То есть, я когда проверял, да. Там взрывается, типа, робот так не повреждается, типа, как обычно. А, да, это хороший плюс, если ты смог сделать. Ну... Победителя я выбирать не буду, это будет делать голосование. Так, ну и все, в принципе. Больше нечего сказать. Всем пока, пожалуйста. Всем пока. Стоп.